Генеральный спонсор программы «Место происшествия» – интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Простой поиск, оптовые цены, наличие в магазинах. ЕА43.ру. Просто заказать, легко купить. В Кирово-Чепецке полицейские в салоне ВАЗовской «девятки» обнаружили алкогольный склад. Как выяснилось, водитель не только хранил в машине спиртное, но и продавал все желающим. Все подробности задержания в рубрике «Сводка». Автомобиль задержали сотрудники ДПС. Водитель сразу понял, что его поймали с поличным на торговле алкоголем. Полицейским он провел экскурсию по своему мини-складу. Идем досмотр, попросим открыть. Это багажник. Откройте. На водителя составили административный протокол. Сейчас ему грозит штраф. Я смотрел, в машине у него было обнаружено алкогольной продукции на 63 литра в ассортименте. Там и вино, и шампанское, и водка, и пиво, и чипсы, все там было. Вся продукция изъята, направлена на экспертизу. Так, это что вы гнали? Пиво. Пиво, это 6 бутылок? Да. 1,5 литра, 2,5 литра, 6 бутылок. Раз, два, три. И одна вишня на коньяке. И ледник. Все. Больше ничего нет. Водки. За перевозку кокаина в Кирове осудили курьера по фамилии Курт. Из Москвы на машине мужчина вез 121 грамм наркотиков. Вещество было упаковано в пластмассовую емкость, находилось оно в багажнике автомобиля. Курьера поймали сотрудники УФСБ по Кировской области. Суд приговорил Курта к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. В Кирове полиция разыскивает Альфонса-мошенника. Дмитрий Звездин, 1984 года рождения. Знакомился с одинокими женщинами на сайтах знакомств, представлялся сотрудником силовых структур из Санкт-Петербурга, который находился в Кирове в командировке. После того, как он входил в доверие к женщинам, похищал их имущество и деньги. Сейчас он скрылся от органов следствия. Его приметы: на вид около 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы средней длины, темные. Может быть одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кроссовки. Если вам известно местонахождение Звездина, просим позвонить по телефонам 31 24 45 8 922 661 95 86 или 02. Михаил Вагин. Место происшествия.